Добрый вечер, дорогие друзья. Вот сейчас мы едем по Исаково. Вот часы установили вон там у нас. А это вот решили проехаться по вечернему Барнаулу. Город у нас красивый, хороший. Все хорошо у нас тут. Вот, снимаем вечерний Барнаул. Сейчас выедем на Малахово. Все. Нам доехать до Тимуровской улицы вот надо. И мы потихонечку едем. Вот. Вроде сейчас дороги свободные, пробок нет. Вот потихоньку сворачиваем на кольце сейчас. И все, едем дальше. Самое главное, нет наших друзей, пока не видим гаишников. Все у нас хорошо. Едем и едем потихо. Тише едешь, говорит, дальше будешь. А сейчас модно, знаете, как говорить. Тише едешь, никому не должен. Во как. Точно, да? Да. Вот, точно. Водитель тоже говорит на такое. Ну ладно, всего доброго, дорогие друзья. Желаю вам здоровья, счастья. А для водителей города ни гвоздя вам и не жезла, ребята. Всего вам доброго. Смотрите на ютубе.